Здравствуйте, подписчики и гости моего канала! Сегодня хочу поговорить с вами на тему «Как научить попугая разговаривать». Начнем с того, что, как я говорю практически в каждом своем видео, главное набраться терпения, потому что процесс обучения попугая довольно-таки долгий. Но если вы не будете зацикливаться на быстром результате, а делать все в игровой форме, то успех в запоминании слов придет быстрее. Для начала небольшая отсылка. Перед тем, как начинать учить попугая разговаривать, нужно, чтобы он уже был к вам адаптирован, вас не боялся и проявлял к вам интерес. Как попугай проявляет интерес к хозяину, видно на моем видео. Он всячески лазит по клетке, он приподнимает крылышки, он уже говорит мне выученные ним слова. Он просится выйти из клетки, чтобы быть ко мне ближе и сесть мне на голову или на плечо. Одним словом, он проявляет очень большую активность, когда я нахожусь рядом, стараясь привлечь мое внимание. Конечно, я не говорю о том, что нужно дожидаться именно таких активных действий, как проявляет один из моих попугаев. Можно начинать и с малого. Если есть хотя бы такая активность, как у моего второго, который тоже пытается подойти поближе, хотя и не так активно, как мой первый, попугай-прилипучка. К слову, мой второй попугай не умеет говорить ничего, так как я взяла его, когда ему было уже почти 2 года, забрала из другой семьи, и он довольно-таки диковатый и не знает ни одного слова. И считается, что если попугай такого возраста не научился говорить, то он и не заговорит, но я все равно буду пытаться адаптировать и обучить его, и делать все возможное, чтобы он тоже начал проявлять ко мне такой же интерес. Итак, вернемся к проявлению интереса и активности попугая к вам. Если есть хоть маленький намек на то, что вы вашему попугаю интересны, он будет на вас смотреть, когда вы рядом. Он будет пытаться подойти к вам ближе, чтобы вас послушать. Ваша же задача в этот момент говорить очень нежно, четко, эмоционально, но не повышая голоса, те слова, которые вы хотите, чтобы ваш попугай выучил. Например, имя вашего попугая. Моего попугая зовут Кеша, поэтому я подходила к нему и от 10 до 20 раз повторяла «Кеша, Кеша, Кеша». В некоторых из этих раз могла добавить «Птичка», «Кеша, птичка». Помните, что нельзя сразу пытаться обучить попугая нескольким сложным словам. То есть, например, вашего попугая зовут Гоша. Говорите 10 раз «Гоша», потом ставьте пару раз «Гоша хороший» и дальше еще 10 раз «Гоша». То есть это должно быть либо одно слово для начала, либо короткая, несложная фраза. Уделяйте в день на обучение попугая примерно час времени, но не сразу. Лучше будет, если вы разделите этот час на маленькие промежутки от 5 до 20 минут. Самым лучшим временем для обучения попугая считается утро и вечер. Говорите спокойно и никогда не кричите на попугая, если он не захочет с вами говорить. Когда ваш попугай будет пытаться что-то повторить, вы это сразу заметите. Он наедине с собой, сидя в клетке, будет что-то наговаривать, похожее на ваши слова. И вскоре скажет именно то слово или фразу, которую вы ему повторяли. Главное, чтобы эти слова были несложными. Хорошо попугаи запоминают слова, содержащие буквы А, О, Р, Ш, П, Т, К. Мой попугай говорит такие слова. Кеша, хороший, птичка тр, дай поцелую, привет, папочка, мамочка, насвистывает как человек и знает 2 мелодии, одну из которых он выучил буквально недавно. Для кореллы это довольно-таки неплохой результат, так как кореллы могут запомнить только до 15 слов. Если заниматься с попугаем регулярно каждый день, то он может заговорить уже через 20 дней. Хотя скорее это исключение, чем правило. И на обучение потребуется около 3 месяца. Главное определиться, какие слова вы хотите, чтобы ваш попугай говорил, и говорить постоянно только их. Не менять слова каждый день на новые. Четко, словно невзначай, повторяйте слова, и ваш попугай их гарантированно запомнит. Главное, хвалите вашу птицу, чтобы он понимал, что вы довольны им и очень его любите. Ну, а стоит ли брать себе уже взрослого необученного попугая, как сделала это я, в первую очередь для компании своему первому попугаю? И можно ли приручить и обучить такого попугая, поговорим в следующем моем видео. А на сегодня у меня все. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайк, если мое видео донесло вам новую и полезную информацию. Спасибо за просмотр!